Ваше Высокопреосвященство, Высокопреосвященнейший Владыка и милостивый архипастырь, премудрым промыслом Божиим вот уже третье лето Господне духовенство и благочестивое паство Гродненской епархии приветствует вас с днем памяти вашего небесного покровителя, преподобного Антония Римлянина, новгородского чудотворца. Из жития святого мы узнаем, что ни дальние страны, ни злоба человеческая, ни напасти демонские не могли причинить ему вреда, потому что преподобный во всем следовал заповедям возлюбленного Бога. Оказавшись в незнакомом краю чужестранцем, красотой своей души, великим братолюбием и непоколебимой верой, он привлек к себе сердца людей и стал одним из величайших православных ходатаев пред Господом. Следуя жизненному примеру своего небесного заступника, вы, ваше Высокопреосвященство, стали благоотишным пристанищем для верующих, являете всем нам образ христианской любви к человеку. Ежедневно разделяя радости и скорби нашего времени, вы лично берете на себя груз ответственности за принятие самых сложных решений, возлагая все свое упование на Бога. Помня слова первосвященнической молитвы Спасителя, «Как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе, так и они да будут в нас едино, вы, Владыка, непрестанно заботитесь о сохранении и укреплении нашего церковного единства». Святитель Николай Сербский сказал, «Ни один хозяин не вырубает свой сад от того, что он не дал урожая один год, а ждет с надеждой и второй, и третий. Иногда ждет напрасно, Иуда остается Иудой, но часто ждет и дожидается, что неплодный сад дает обильный урожай и что Савл становится Павлом». Дорогой Владыка, мы искренне благодарим вас за смиренное терпение в ожидании плодов добродетелей от нас грешных. В день вашего торжества, вознося вас Богу молитвы, прошения, моления, благодарения, от всего сердца желаю вам здравия, крепости духовных и телесных сил, во всем благого поспешения и щедрой помощи Божией в трудах во славу Матери Церкви. Пусть мир и радость во Святом Духе пребывают со всеми нами. Многое и благая вам лето из пола этих деспота, духовенство и благочестивое паство Гродненской епархии. Спасибо, Благоденственное и мирное житие, здоровье, жизнь, спасение, и во всем благое поспешение. Буду вас, Господи, великому Господину и Отцу нашему Кириллу, Святейшему Патриарху Московскому и всей Руси, Свято-Троицкому и Сергиеву Пресвященному Архимандриту и Господину нашему Высокопреосвященнейшему Вениамину, митрополиту Минскому и Засуславскому, Патриаршему Экзарху всей Беларуси, Свято-Успенской и Жаровицкой обители Священному Архимандриту и Господину нашему Высокопреосвященнейшему Антонию, архиепископу Гродненскому и Волковыскому. Бога храними в стране нашей, властям воинству народу ее, всему освященному собору, настоятелю братии и прихожану святого храма сего, всем зде предстоящим, молящимся, почтившим праздник сей, и сохрани их, а много.